Добрый день, друзья. С вами Лохматая Душа. И сегодня у нас очередная история. Малышку нашли. Передали из рук в руки. Сначала нашли молодые ребята. Потом отправили в один приют. А уже с того приюта позвонили мне. Из-за того, что ребенок плакал. Я позвонила Баркову. Привезли в стационар. Девочку обследовали, осмотрели. На следующий день ее сразу же прооперировали. Кровь мы взяли. Сейчас делаем анализы. Адвокатом обработали. Зубы, конечно, у нее тоже плохие. Это девочка. Вот. Зубы надо чистить. Обязательно. Ну, сейчас биохимия придет, скажу. И надо стричься срочно, потому что вся в колтунах. Грязная, в блошках. Но это можно будет сделать потом, когда на зубки приедет. Да, красавица? Вот наша старушечка. Мы тут ей выстригли сейчас колтуны. Нужно к дерматологу обязательно показать вот это вот все. И блохи ходят. Ну, блох мы сейчас обработаем. Эй, ты красота. Ну, сейчас полечим чуть-чуть тебя, да. Такая ласковая вообще. Кроме того, ребенку пришлось обрить налысо, потому что у него жуткий грибок. Старенькая метисочка. Там намешано все в ней. Крошечный ребенок, 30 сантиметров. Но досталось ей, как на сотню волкодавов хватило бы. Ребят, я не знаю, какие слова подобрать, потому что дети, дети есть дети. А когда они еще и крошечные, старенькие, ведь говорят не зря, что маленькая собачка, она до старости щенок. Так и на эту малышку смотришь. Ну, крошечное дитё, а столько страданий. Сейчас малышку мы долечиваем. Чувствует она себя хорошо. Начала кушать. И мы уже нашли ей семью. Как только мы ее полностью долечим, ребенок уедет домой. Но, ребят, боюсь, это будет не скоро. Потому что заболевания кожи, они лечатся тяжело. И дай бог, чтобы у малышки хватило сил дождаться билет в новую жизнь. А это мы можем сделать только все вместе. Лечение, восстановление, еда. Сами понимаете, бесплатно наше время никто ничего нам не дает. Буду благодарна, друзья, за любую помощь для малышки, которую мы назвали Лилу. Очень надеюсь на вас, друзья, потому что кроме вас никого у нас нет. Счастья вам и добра. Благодарю вас. И с радостью, с огромной радостью увижу ваши комментарии в защиту и поддержку лохматой души. Спасибо вам. Ничего, ребенок скоро поедет. Сейчас, как только у нас прививки, и ребенок сразу поедет. Все, вынесем на улицу погулять, не бейся.